продаже автомобиль Land Cruiser Prado 2012 года, объем двигателя 3 литра, дизель, автомат, полный привод. На автомобиле установлен полный электропакет, омыватели фар, подогрев зоны дворников, вибаста, мультируль, электрорегулировки руля, кнопки управления пневмоподвеской, головное устройство с экраном, также на автомобиле установлена камера заднего вида, камера переднего вида, датчики парковки, навигация, раздельный климат-контроль, подогревы боковых зеркал, подогрев заднего стекла, кнопка старт-стоп, подогревы передних сидений, кожаный салон, передние сидения с электрорегулировками, водительское кресло с памятью,